Іван Дюжетин на номер 61. Шайбу в ворота команды «Лада» забросил Эмиль Галимов, номер 72. Игроков, коллектив! В принципе, превосходства нет, просто мы лучше двигаемся, наверное, на площадке. Но больше бросаем, отсюда идут моменты и забиваем голы. Знаешь, у меня мнение такое, мы пропустили очень быстрые шайбы и не смогли собраться после этого. Это небольшой шок был для нас, поэтому так получилось, мое мнение. Ну, я думаю, нам повезло, что мы забили быстрые голы, это первое. Ну, вот, а второе, я думаю, что ключевым моментом было, когда включил 3-1. Мы выдержали игру 3-5, забили соперника, и могла игра повернуться в другую сторону. Вот. Но нам повезло, мы выдержали. Вот. И затем немножко развили успех. Прежде всего, хочу поздравить, конечно, соперника с заслуженной победой. И, значит, о своей команде скажу, что, в общем, это было избиение младенцев. Хотя, казалось бы, наоборот. Мальчишки там на той стороне, но надо признать, поражение закономерное, безвольное, безграмотное. Значит, обвинять я не имею права коллектив. Значит, я готовил команду, значит, не смог подготовить. Объяснение такой игре я пока найти не могу.